Уважаемые коллеги, с 2021 года изменяется порядок допуска профессиональной деятельности медицинских работников. Необходимо будет предоставить в комиссию документы о том, что за последние 5 лет вы прошли курсы повышения квалификации, суммарно 144 часа за 5-летний период, и самостоятельно заработали определенное количество кредитов, баллов, учебных часов за свою активность, участие в конференциях, в семинарах, в вебинарах. Цикл вебинаров для врачей первичного звена – это уникальный проект Ассоциации Сирано и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Это возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования, не отрываясь от экрана домашнего компьютера во внерабочее время. Циклы вебинаров выстроены по 9 темам, которые идут как уроки в одно и то же время по выходным дням. В 16:00 начинается курс «Дентальная имплантация». Читают доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стаматовы. В 16:30 начинается курс «Дифференциальный диагноз». Его читают доцент Этери Борисовна Мумладзе, профессор Андрей Леонидович Заплатников. В 17:00 начинается курс «Актуальные вопросы лор-органов». Его читают профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования помогает вам выстроить вектор профессионального развития на ближайший 5-летний период. В 17:30 начинается курс «Актуальные вопросы неонатологии». Его читают профессора-неонатологи Наталья Ивановна Ахмина, Николай Павлович Шабалов и Андрей Леонидович Заплатников. В 18:00 будет начинаться курс «Современный врач». Его прочтут член-корреспондент, профессор Дмитрий Алексеевич Сычев, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Виктор Викторович Макаров. В 18:30 будет начинаться интереснейший курс «Неврология для педиатров». Его читают профессора Валерий Петрович Зыков и Андрей Леонидович Заплатников и сотрудники кафедры детской неврологии. Образовательные мероприятия реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей академии. Подобная связка обеспечивает получение современных знаний, умений и компетенций в соответствии с профессиональными стандартами. 19:00. Курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии». Читает профессор Ольга Дмитриевна Остроумова и сотрудники кафедры полиморбидной патологии. В 19:30 пройдет курс «Избранные вопросы хирургии для педиатров». Читают профессор Ольга Витальевна Карасева и сотрудники НИИ травматологии и детской хирургии. В 20:00 начнется курс «Диалоги с профессором Ириной Николаевной Захаровой», заведующей кафедрой педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Ассоциация Сирано приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. И если ваш нос любознателен, то мы приглашаем вас на вебинары выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edu-sirano.ru. Уважаемые коллеги, добрый день! Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования – это наиболее опытное и уникальное учреждение дополнительного профессионального образования. Мы реализуем программы в области повышения квалификации с 1930 года. В настоящее время дополнительное профессиональное образование врача преобразуется в так называемое непрерывное медицинское образование. И эта непрерывность вполне естественно для врача, так как согласуется с его естественной потребностью повышать свою квалификацию и приобретать новые знания, умения и компетенции. Непрерывное медицинское образование представлено двумя частями. Это образовательные программы, которые реализуются в нашей академии, нашими кафедрами, и образовательные мероприятия, которые реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами
нашей академии. Ассоциация Сирано приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Валерий Петрович. Я напоминаю, что в цикле вебинаров, посвященных детской неврологии для педиатров и для неврологов, мы сегодня будем обсуждать очередную тему с заведующим кафедрой детской неврологии, с доктором медицинских наук, с профессором Валерием Петровичем Зыковым. Валерий Петрович, сегодня вы предложили обсудить тему, посвященную тикам у детей. Вот если не трудно, объясните, пожалуйста, дайте характеристику этим состояниям. Часто ли приходится сталкиваться в вашей практике с этими нарушениями? И в целом, насколько важно своевременно выявить и назначить адекватную терапию при этих патологических состояниях? Ну вот действительно, СДВГ и тики, опять же, это самые частые коморбидные проявления. И мы не углублялись в нейромедиаторные глубокие там проблемы патогенеза, но тем не менее все-таки скажем, что дофаминовый обмен как бы объединяет проблему СДВГ и тиков, так называемые мутации дофаминовых рецепторов, когда рецептор неадекватно реагирует на метаболит, на нейромедиатор. Это присутствует как у больных с СДВГ, недополучает сигнала при СДВГ, и у него мозг работает не так синхронно. Простые задачи он реагирует всем мозгом, а когда надо что-то сложное решить, больной с СДВГ не включает мозг, как хотелось бы. Значит, нехватка нейрональных сетей. Нет гармоничности. Гармоничности и нейрональная сеть не включает сложные задания. Когда смотрели МРТ детей без СДВГ, он выполнил простую вещь, там нажимая кнопки на определенные знаки. А когда включили ту же задачу через год, мозг ребенка вообще никак не реагировал. То есть выполняли у другие структуры, подкорка, мозжечок, эти простые функции. А у ребенка с СДВГ еще кора через год продолжала работать. То есть нерациональное даже распределение простых и сложных заданий. Так вот, обмен дофамина, если у больных с СДВГ, он не воспринимает нейромедиатор, как бы мимо проходит и не включает весь мозг. Здесь у больных с тиками часть зон, особенно где двигатель, наоборот, слишком реагирует. Еще понятие есть такое, гиперчувствительность дофаминорецепторов. И в результате там поддерживают постоянные высокие импульсации в мозге, именно в моторной зоне. И недостаточно тормозится сигнал и выходит на поверхность. Получается, что как бы там поддерживается повышенный метаболизм в области коры, и любой сигнал извне идет, воспринимается как произвольный, и мозг как бы такой шибко, шибко программы. Поэтому моргание мы и так моргаем, тут моргает очень часто. Мы же так плечом двигаем, а он плечом дергает. Мы наклоняем голову, он несколько раз. То есть вот эти повторные движения какую-то вот сцикливаются в неправильную программу. Я скажу, что есть такое определение тика, что он стереотипный гиперкинез в результате сокращения различных мышц и напоминает произвольное. Поэтому ряд движений действительно он напоминает произвольное. Наклоны, повороты, движения плеча, вздрагивания. Даже вот подкашливание, это да, тоже может быть тик, вокальный феномен. Подкашливание, кхеканье, шмыганье. Вот, кстати, я бы сказал, наши коллеги-педиатры должны четко это выделять. Потому что приходят пациенты, полгода лечатся от насморка, подкашливание у аллергологи, пульмонологи, все антибиотики, антиаллергические препараты. А потом, когда врач-педиатр задаст вопрос, а вечер усилится, да. Ночью пропадает, да. Это уже больше данные за тики. И здесь лучше направить к неврологу, и даже врач-педиатр может назначить простые лекарства
Вот мы первую линию назначаем гупантеновую кислоту, например, тот же пантагам, но в хорошей дозе, 50 мг на килограмм веса, особенно дети младшего школьного и дошкольного возраста. Но опять же тут вопрос, мешают они или нет. Если он начал моргать немного, ну один раз плечо в час, каждое движение лишнее лечить невозможно. Мы просим, опять же, цифра. Подсчитайте за 20 минут, сколько тиков. Мама говорит, часто. Берите блокнотик и чиркайте. Вот она диагностика. Она почиркала и говорит, да всего 5. Я ребенка спрашиваю, тебе мешают? Нет. А кому мешают? Он даже пальцем показывает. Маме. Маму. Потому что она ему замечание, он от них устал. Валерий Петрович, вот он дискомфорт. Тогда, когда на это взрослые обращают внимание, это усиливается или нет? Проявление, симптоматика. Но когда они вот рассказали, это мама, сказали, которая постоянно его не шмыгай носом, не дергай плечами, не грызи ногти. Вызывает больше, любое замечание в любом человеке вызывает тревожность и негативную реакцию. Четко доказано, стресс, негативная реакция на ребенка, тики усиливаются, потому что там задействована психоэмоциональная структура еще системы движений. Это ведь непроизвольные движения. Это непроизвольные. Значит, ребенок не может перестать шмыгать носом, перестать дергать плечом, и от того, что мама будет напоминать ему, не уменьшится. В дошкольном возрасте, младшей школьной, нет. Реакция самоконтроля вот вступает как созревание доминантного полушария 10-12. Это я всегда спрашиваю. Вот видите, каждый возраст и каждая картинка. Я в 10-12 прошу, а в школе как? И когда говорят, что их мало или вообще нет, это хороший показатель. То есть самоконтроль включается. Самоконтроль включается. И подключаем занятия на самоподсчет. Здесь первая задача при тиках – решить вопрос. Опять же, я сейчас рассказываю обычно, когда я пришел на общество, меня позвали общество кардиологов детских и ревматологи были. Они говорят, Валерий Петрович, тики нас замучили. Я говорю, что такое? Ну вот, посылают педиатра с диагнозом хорея. Увидели моргание и послали. А что нужно, говорит, прежде чем послать? Ты спроси, папа моргал, дергал чем-то. Если он подкашливает, да еще шмыгает. Я помню, один педиатр, тоже опытный, говорит, а при хорее никаких звуков-то не бывает. То есть, вот простая фраза в одной фразе вся, можно сказать, клиника тиков. Они повторяются утром меньше, провокации стресс. Во сне проходят. Высокая наблюдательность, то есть высокая распространенность у родителей, распространенность стереотипии. В этих семьях очень часто грызут ногти, обкусывают ногтевые ложи, крутят волосы. Стереотипии и тики ходят рядом. И у ребенка могут они тоже встречаться. То есть набор этих симптомов показывает, что это не хорея. Ребенок опять же, с тиками прыгает, пляшет и поет, ребенок будет с гипотонией, с астенией и ревмоинфекцией потом выявляется. Отсюда вот спросишь у родителей, оказывается, первый-то дебют моргания тоже уже был. Самый частый в 5-6 лет. Вот возраст очерчен. Это генетика. И созревание двигательного анализатора и дофаминовых систем. В 5-7 лет выброс эндогенного дофамина. А потом начинается возрастная зависимость. 12-14 дофамин, как у взрослых, и рецепторы, это наша гипотеза, рецепторы адаптируются, видно. То есть становятся адекватно чувствительными, не гиперчувствительными. Да, да. Они становятся, да. И вот это, говорят, перерастет тики. Не спешите. Вот действительно половина тиков, прогноз хороший. Если он не прыгает, не приседает, не кричит слова, он не выходит в сложную форму, которая называется синдром Туретта, то здесь прогноз хороший. Просто тики, в Америке провели исследование, 20 лет наблюдали. Я всегда завидую таким, как говорится, голубой завистью, что такие исследования возможны. 20 лет котам назад. Из 93-х 80 прекрасная адаптация в обществе. Это если шла речь хронические моторные тики. О простых тиках, да? Да, хронические моторные тики множественные у взрослых. Плечо, моргание, поворот. Но мешают действительно.
И там, где было из ДВГ, опять проблемы с ДВГ, вот там были проблемы. Они не получают образование и плохой достаток в семье, и асоциальная какая-то деятельность. И при тихих из ДВГ самый частый коморбидный синдром. Так вот, получается, если моторные частые моргания и плечо, оказывается, он шмыгал там 3-4 года и обращали внимание, что полгода шмыгал. Значит, вот был дебют-то. И тогда уже можно было подумать. Значит, мы просим родителей посчитать за 20 минут. Если меньше 10, они не мешают. Тем более ребенок в дошкольном возрасте. Никто не доказал, что вот мы сейчас дали лекарство, и мы обеспечим полную ремиссию. Никто этого не доказал. Были контрольные группы, одних как-то пытались лечить, других нет. Выход одинаковый. Да, да. Поэтому мы лечим, вот лечим, назначаем препараты гипопантеновой кислоты, когда они начинают мешать ребенку. Моргает до 100. Да, 100 за 20 минут, если в норме, ну максимум там до 20 раз в минуту человек моргает в норме. То есть он 100, 120, 200, внимание снижается. Это раздражает ребенка. Глаза начинают вытирать. Вот дискомфорт. Мешают? Он сам говорит, да, мешают. Крупные тики, поворот головы, плечо, особенно чаще они справа, тоже особенность формирования в сенсомоторной зоне, рука дергается. Да, мешают, дискомфорт, начинаем лечить. То есть объясняем родителям, лечение многолетнее, и мы лечим тяжелые тики. И как-то родители говорят, значит, вы снимаете симптомы, вы не лечите. Я говорю, а вы верите в чудеса, дали золотую таблетку и все прошло? Я говорю, а лечение ишемической болезни – это лечение? Лечение диабета по жизни – это лечение? Они как-то начинают сознавать. Еще вот такой детский подход. Дал лекарство, и все прошло. Это особенно строение нервной системы. Да. Опять же, нарушение развития сенсомоторных зон, восприятие определенных сигналов. Спасибо вам большое. Спасибо, Валерий Петрович. Спасибо. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания.